Последний рывок. Мы сейчас приехали к развилке на село Лучистое. Остается нам подняться на базу «Золотая подкова». Это вид с села Лучистое. Вот такая гора. Это начало Демерджи. Этой горе. Это Четырдак. Мы спустились по Ангарскому перевалу. Вот по этому перевалу сюда. На троллейбусе доехали до перекрестка с Лучистым. От Лучистого на автобусе до Лучистого. А сейчас мы будем подниматься в долину призраков и привидений. Дети тут облюбовали лошадь, на которую они поедут завтра, точнее послезавтра. Долина призраков привидений, вот она здесь впереди. Сегодня мы будем проходить первую часть. Первая часть долины призраков привидений находится вот здесь. Вот она здесь видно. Все затарились водой. На улице жарко. Во Франции, что ли? Не меньше 30 градусов. Хотя вечер уже 7 час вечера. Солнце печет, жарко. Игорь решил не брать воды. Но об этом он пожалеет наверху. Не пожалею. Подъем начался. А луж-то внизу. Медведь гора, Ялта. А это второе плато Четырдага. Второй рукав его. А мы вот. И сейчас двинемся дальше в путь. Медленно, но приближаемся. Игорь полез в дольмен. Игорь, назначение их неизвестно. Наука до сих пор молчит. Применение дольмену Игорь уже нашел. Хорошая ночлежка. Только не вытянешься в полный рост. Неудобно. Там тень и прохладно. Игорь вообще вне конкуренции. Тут у него целое купе. Сейчас еще занавесочку здесь повесит. Трещина уверена. Младшего. А внизу море. Ача, ногами. И это какие-нибудь летают. Чем? Вот меня сейчас залезли. Да.
Все, дальше не нужно. Рукой помахайте. Покорители. Свет и полный релакс. Свет и релакс. Балдеет. Да, сейчас я развернусь на 180, вообще в кайф будет. Кашу под общество. Что ж вы такое поели? Что вы такие пузатые? Наркотик. Да еще с саблей. Тихо. Ну-ка. Ты! Тихо, Ваня! Где ты? Ты у нас, наверное, прыгать-то не сможешь. Такой пузатый. Ух ты какой! Что вы там за трещину нашли? Это чья пещера? Надо радоваться, не надо напрягаться, надо радоваться, не надо напрягаться. Хорошо, замечательно, прелестно. Солнце садится в горы. Она ест. Она ест. Ты так выучил аку. Никогда бы не подумал, что у страуса всего два пальца. Птира. Птира. Она ее грызет. Птира, птира, птира. А потом ты отсюда.
Так, сейчас мы пойдем во вторую часть долины привидений, вот туда. Вот, и будем искать солнечную поляну. Солнечная поляна, я там не был, вот, но это древнее копище такое, древнее святилище с языческим там, в общем, приносились жертвы, как бы жертвенник древний, до нашей эры еще стоит. Вот, это место интересно тем, что вот, туда беспричинно во время грозы постоянно бьют молнии. Вот, и мы хотим выяснить, почему эти молнии бьют туда. Вот, но есть одно предположение, вот, и мы хотим его выяснить, так оно или не так. Вот, а во второй половине дня мы пойдем купаться на озеро. Да, Лоша? Ура! На нашем пути показалось что-то наподобие пещерного города. Вот я сам первый раз здесь и хочу посмотреть, что это за пещеры, вот что за образования такие. Вот в отвесном, буквально вот отвесные, ну даже не скажу, что скалы, уступ. Вот сейчас мы туда подойдем и посмотрим, что это такое. Очень напоминает те же самые дольмены. Артем уже свою воду выпил, все. Почти. Я сначала сложно. А так все нормально, все привыкаешь. Да, вообще легко. Так, вот судя по всему, мы сейчас будем приближаться к солнечной поляне. А вот эта середине камень, по всем описаниям, подходит под жертвенный камень. Да, вот он, по-моему, вот он и есть, точно. Точно он. Крымская сосна. Ох, шишка какая здоровая. Да, целая с семечками. Ты, кстати, дома можешь прорастить. Так, вот она, солнечная поляна. В середине жертвенный камень. А это долина привидений один. Осталось сзади от нас.
такой своеобразный каменный хаос. Когда отступала вода, потоки воды обточили вот эту гору. И образовался такой каменный хаос, каменные глыбы, обточенные с всех сторон водой. Вот кое-где можно увидеть, как менялся уровень воды. Горизонтальные полосочки указывают об этом. Настя с Сашей все-таки забрались на камень. Я тоже поднялась. Может, ты... Непонятно, откуда взялся дождь. Сгустились тучи. Стало пасмурно. Ветерок. Пришлось, ребят... прятать вот под теми деревьями. Возвращаемся с солнечной поляны. Хотя уже не солнечно. Вкусно, нет? Еще ужин впереди. А здесь у нас кушают избранные. По-турецки.